Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение ФФА сериала «На четверых за Швецию». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней и начать просмотр все-таки сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Вот второй город захватил. Я тут вообще не виноват. Я тут ни при чем. Ну, жди три хода, я тебе начну армию посылать. В смысле, жди прихода, я тебе... Ты бы сам воевал, Карфаген. Да я и сейчас сам повоюю. Все еще не вышло. Короче, надо плыть сейчас Гипоригиус захватывать. Я не думаю, что мне сейчас грек может как-то помешать. Ну, кого-то рыцаря дали. Прикольно. Надеюсь, ты не будешь на последних секундах Коринф захватывать. Правильно. Что-то долго Карфаген. А, он, по-моему, апнул Каравеллу. То есть он в Ренессанс вышел, да? Да.
было обидно. Что за меня? Что-то я не понял, что случилось. Ну, мы замирились с греком. Я выполнил то, что я хотел. Ну, а я все равно как бы его атаковать не могу, поскольку он на море, а я по суше бегаю. То есть как совершенно бессмысленно. Ну ок, ладно. Че, грек за меня? Голосуем. В смысле, что там, выборы уже осташут? Да, потому что еще нету, да, вот я что-то не понял. Не, ну потом я просто думаю, что уже. Ну там религия у тебя, по-моему, уже есть. Религию он это обозначил уже. Грек, тебе надо за нашу религию голосовать, там же распространяется на тебя моя. Ну, видишь, тут есть плюсы и свои минусы. Ты опаснее. Ну, для тебя опаснее, а в реальности как? А что в реальности? Да, Карфагену, Нотр-Дам. Непонятно. Пиу. Адмирал. Перекинем в Хельсинки. Вот сколько он там потратил на ап галер. Месси Ктуна круче всех развилась. Пуша мне денег что-то немерено. Поплывет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Замечательно.
Или выплывем сюда. Грек, а ты там Византию дозабираешь, чтобы она не маячила? Да что еще? Ну, забираем чуть позже. Ну, у нее же один город остался, это Никея. Ну, куда перепутать надо. Ты же, нет, интересно вообще, да? То есть ты мои города атакуешь, а я должен войска туда вести? Так мы ж мир заключили уже. Не, ну, во-первых, мы заключили только когда там, два года назад. Ну, нет, так я спрашиваю на будущее, я не спрашиваю, прям а тот час прям... забираешь, да, тебя. Забираем. Я говорю, ну, вообще, в принципе, хорошо. Ты сейчас идешь забирать ее? Ну да, надо бы, надо бы. А ты, не, тут, то есть нет, если есть какие-то сильные принципиальные возражения, готов посмотреть. Наоборот, я хочу, чтобы ты забрал ее, чтобы он не мешался в конгрессе, там, вот это вот все. Мы сейчас банки просто купим. Блин, я думал, инквизитор. Из чужих городов тоже религию вычищает. Что-то у меня не получается. Или я что-то не то делаю. Он апнул фрегаты тоже. Ну, я ослабил грека, надеюсь, он не будет впрягаться, да. Вот, 25 ходов. Могу спокойно воевать с Карфагеном. Грек отстает на 9% по науке, так что... Мой основной соперник тут Карфаген. Смогу вот взять его города. Победа, думаю, будет за мной. Рыба есть. Ну, в принципе, один ресурс рыбы есть, так что можно построить маяк.
Я уже из бирки, интересно, могу в Стокгольм по морю отправить. Могу. Где фрегаты Карфагена? Переходим. Пока неизвестно. Тут построить. Так, тут мы гильдию артистов посадим. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. А вот и чудо. Странно у него стоит. Скаут не на холме. Сириус пришел. Куда? К тебе в гости? Ну, там трансляцию запросил. Ага. Денег с него попроси. Вот все так шведы такие. Чего? Все шведы такие, сразу денег проси. Держишь, Кет? Ну смотри, есть у тебя запрос на что-то, правильно? А человек хочет. Видимо, ему это нужно. Что ж ты ему просто так будешь давать? Тратить свои ресурсы, канал. Сириусу привет. Так. Mm-hmm.
Как красиво. Урожайность 131, производство 131. Да, я специально ровненько. К же не получилось валюта, чтобы еще 131 было. Да. Ага, тут не проплыть. Эйтенберг мне дань не хочет дать. Нет, жаль. Так, ну что, тремя городами играет 18, 17, 13. Не понял, как вы сектуна, ну как, это, конечно, два каравана бегало. У него что, один фрегат, что ли? Или у него больше железа? Ей. Да, у меня сейчас был минус по железу, но видите, он убил мой фрегат, потратил ход на то, чтобы его убить. Точнее, бывший его фрегат. Не знаю, зачем у него тут дуболом стоит, деньги потребляет. Че, тебе армию некуда деть? Интересно, к кому это вопрос? Надо, видимо, оплыть и на Карфаген нападать. Можно атаковать просто.
У меня обзор больше, чем у него. Так, а давайте-ка убьем дуболома. Ты гад. Так, что у нас по религии? 9-5. Так, вот эти трое меня обстреляли, правильно? Правильно. Отходим. Подходим. Уничтожаем. Я зря, я думал, там больше уже обстрелялось. Так, этого я не убью. Жаль. А еще хочу напомнить, что на работу требуются стратеги. Корпоративный университет особой экономической зоны Алабуга приглашает на обучение. И если вы его пройдете, то вполне возможно будете трудоустроены в этой экономической зоне. Я сам был в Алабуге, сделал видео, естественно, по просьбе руководителей этой экономической зоны. Посмотреть вы его можете либо по ссылке, которая появляется в верхнем правом углу, либо просто перейдите на главную страницу моего канала, оно там в самом верху находится. Набор идет до декабря включительно, так что у вас еще есть время и возможность подать заявку. Не пропустите, если есть вопросы, ответы на них есть вот в этом видео, на которое я вам даю ссылку. Ну, умирай. Эх.
А я пойду тоже распространять. Так, один корабль можно построить еще. Так, рассинхрон. Крашнулась Сцилла. Грузим сейф. Окей. Пошел бы заходить. Сейчас, подожди, проверим, может у нас ходят юниты. Нет, у меня не ходит, да, перезаходи. Я думаю, даже таймер не обязательно сбрасывать, я так успею. Опа, а что это ход прошел? Я тоже смотрю, у меня что-то появился ученый откуда-то. Короче, ты вышел, у нас почему-то ход прошел. Нет, ну... Вот, не знаю. Нет, еще до этого. Я уже увидел, что у меня ученый появился в городе, значит, ход другой. Ну, видимо, тот ход, который у нас не состоялся, он... Начался все-таки следующий. Видимо, это загрузил. С другой стороны, не знаю, короче. Короче, продолжаем. Так, ты отсчитай нам войну. До трех считаю. Раз, два, три. Так, какие тут вообще города государства? Киев культурный. Великую стену хочет. Так, а где он? Угу. Что-то я не успеваю нифига. Что это такое было, я не понял. Блин, опять рассинхрон. Ну это какая-то хрень, мне уже надоело. Я не знаю, это ты, Алёш, потому что я не ходил ни одним этим. И твой юнит стал на мой в конце хода. Да не, это просто нету синхрона между игроками. Вот ты там что-то ходил, и я в это время ходил. Комп не сообразил, что к чему, и сейчас это все привело вот к такой херне. Ну я понял, но я вообще не ходил. Давайте кто-нибудь в другой хост просто будет. Давайте, хотите, я попробую. Давай грек лучше.
Давай, Грек, на вопрос. Ну, давайте, я на шестерых у меня как-то хреново всегда было. Так. Я хожу. Что там у вас? Я не могу ходить. Я тоже не хожу. Так, ну давайте я перезайду, ладно. Так, да, ну, считать вам? Грек, да, считай. Раз, два, три. Только ход... А, я не должен ход заканчивать, точно. Ну что, угля нету? Отлично. 100 в Афинах есть. Ну, отступай. Слушай, а почему ты сразу многими юнитами проатаковал? Ну, блин, я нажал, да, двумя юнитами. Какими двумя? Тут намного больше. Не, сори, двумя, просто может третий уже этот. Прям такое самоубийство. Ну, а чё она там? Уже не жилец, как говорится. О, мне кто-то уголь дал, е-е-е. Это круто. Так, тут фабрика. Тут фабрика. А тут купим. Отлично.
Ну, отходи. Прикольно. Гдешка подарила верблюда. Ну все. Сейчас ты всех нагибать будешь. Один верблюдом, да. Ну что так, может мир или что, Швед? Да давай еще повоюем, пускай там грек нас догонит в развитии. А то ему города поломали. Поломали. Да вообще. Выйди. Хотя множественное число тут неуместно. В смысле? Два же города. Злыдень, в смысле. А, в этом плане. Получилось наскоком взять. Получится по-другому. Грек, ну чё ты как голосовать-то будешь? А, так, принимаешь сторона. Принимаешь сторона. Так может быть за меня? Ну давай, окей. Ну ты голосовать-то будешь чем? Против религии? Ну да. Ну всё, я тебе свою занесу. А я еще там сахар. Тогда ты все против мировой религии. И я один голос отдам, один сахар. Ну вот, а ты говоришь, Карфаген мир с тобой. Ты хочешь религию греку занести. Да даже если бы мы... Слушай, грек, а тебе разве выгодна его религия? У меня производство, а у него чего? У меня тоже есть производство от этих. Да, да, это... Два молотка, если у тебя есть специалист. Круто. Ну а почему в Афинах... Ой, да, в Афинах нормально у него зайдет. Ну ты понимаешь разницу между двумя молотками и плюс 15%?
Так, нет, стоп, да, как бы мне религию, как бы, по крайней мере, я думаю, что не стоит нести, но я буду против нее голосовать. За нее? Ну, в смысле, там сейчас у нас шведская религия, да, ведь на голосовании? Да. Вот я буду против нее голосовать. Ну, все, против нее, все правильно. Так, 4 хода до идеологии. Ну тут без вариантов свобода. Вот и Карфаген. Ну, Карфагена есть. Уголь, правда, тут у него. Ему еще его обработать надо. О, Карфагена есть какие-нибудь союзные? Нет, нету. Кто мне дает уголь? Милан или Гонконг? Гонконг. О, он надолго мой союзник. Неужели тут проплыва нет? Музыкантов надо построить. Стоп, надо быстрее. Наоборот, сделать 3 хода. Да пофигу. Оказывается, этого не могу подарить. Великую стену Киев хочет. Может тут и построить 2 хода. Не, давайте Пизу. Что-то все про нее забыли.
Ага, есть все-таки проплыв. В одну клетку. Короче, надо, видимо, 25 ходов защитного пакта закончится, надо грека добивать. Они так оба сидят по своим норам, объединяться не хотят почему-то. Ну или сейчас вылечусь, еще один марш-бросок на Карфаген. Так, стоп, надо из Гонконга, блин, шпиона-то уже и убрать. Знаете, куда пересадим? Так, Киев, я сейчас стену сделаю. Сидон, Виттенберг, Киев, Милан, Гонконг. Ну вот Ормус, в Ормус давайте. Уголька захотелось, да? Да, у меня есть все. Невезука.
Так, великая стена, хлопок. Так, что-то очень много хлопок хотят. Есть какой-нибудь город и государство хлопок? У Милана. Так, вот у Милана хлопок. В чем дело? Странно. Так, и надо великих музыкантов кучку и продавать их. Так, надо собраться. О, Будапешт объявил войну. А, так вот у меня и появился хлопок. Вообще надо всем защиту пообещать. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7 и 8. Три города моих союзника. Так, а он моего не видит. Ну, у всех же там exploration, я так понимаю. Ну да. Еще мне бы, конечно, в нефть, в линкоры. И тогда тут точно победа. Тут пускай контролирует этот проплыв. Ну чё, Грек, смотри, ГБшки уже отходят под него. Он уже в диалоге. Надо что-то думать. Видишь, у меня сухопутные войска только. Вот в чём проблема. Ну так ты строй морские, в чем проблема? Ну, я вот начинаю это. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или послезавтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.